Уважаемые участники конференции, семинара, вашему вниманию представляется селекционное поле гороха посевного Ульяновской НИИС, где проходят все этапы селекционного процесса, начиная с гибридизации и заканчивая размножением перспективных линий. Селекционеры института работают над созданием современных сортов, способных конкурировать не только на российском, но и на мировом рынках. Получается неплохо. Ульяновский научно-исследовательский институт прежде всего делает упор на сорта полевых культур. Сейчас мы находимся на поле гороха. Здесь выращивается горох различных сортов по различным технологиям. В частности, здесь несколько тысяч делянок. Специалисты коллегиально обсудили вопросы развития семеноводства, влияние сортов посева на урожайность и качество растений, применение передовых агротехнологий. Ульяновская область может гордиться своей сильной научной базой и высококвалифицированными учеными. Элитные семена производятся в достаточных объемах. Приятно видеть, что сюда приехали все ульяновские, даже не ульяновские дилеры, показывать свою технику, показывать свои технологии, средства защиты растений. Поэтому впереди нас ждет уборочная кампания, не менее сложная, чем посевная кампания. Хочется выразить огромную благодарность всем аграриям Ульяновской области. За их нелегкий труд в нелегкое время. Ульяновские аграрии проявили невероятное упорство и смогли увеличить посевные площади. На дне поля дилеры сельхозтехники демонстрировали и свою продукцию. Я прибежал. Здравствуйте. Приятно. Кратко. Кратко выставили примерно 10% своего потенциала. То, что мы имеем. Ну, наш основной бренд – это «Кировец», вы знаете. Это трактор, который сохранился, который сегодня занимает 25% мирового рынка тяжелых тракторов. Что ж греха таить, и «Кировец» не избежал повышения стоимости, как любая другая техника. Но он по-прежнему бьет рекорды продаж и привлекает повышенное внимание российских аграриев. Машина заслужила статус лучшего российского трактора. Грядущий областной день поля пройдет 6 июля на проспекте Дружбы народов в Заволжье. Павел Петряков, репортер 73.